Привет всем посетителям сайта disgustingman.com. После небольшого летнего перерыва передача Late Night наконец-то возвращается. И с новым гостем. Сегодня у нас в студии группа Отдаем. Парни, привет, представьтесь. Привет, Валя. Андрей. Сергей. А теперь по инструментам. Голос и гитара. Барабан. Немного голоса и бас-гитара.
проект вообще изначально появился давно? Проект появился, первый альбом вышел около 5 лет назад, чуть-чуть больше, в 2009. И название вот «Undying», такое необычное, оно уж тогда было? И что оно вообще значит, кстати? А, название было раньше, вот, ну, немного, может быть, там, 3 годами. Я взял себе это, ну, не название, а имя, скорее, как такой сценический псевдоним. Сначала это было просто красивым сочетанием букв, которое мне понравилось, я расположил их в этом порядке, и, казалось бы, все было хорошо и круто. Вот, потом я узнал о значении. Это женское имя, африканское, а в переводе означает с какого-то местного африканского диалекта, похожее на мать.
такой вопрос интересует. Вы, когда сочиняете музыку, вы на каких-то артистов там мировых ориентируетесь? То есть какие-то есть там группы на вас повлиявшие? Или вы как-то вообще абстрагируетесь и пишете там из головы? Ну, это не вопрос? Это тебе. Это всем, кто угодно может ответить. Ну, да, конечно. Конечно, не было бы влияний, я думаю, и музыки бы. Не, в любом случае, когда заходишь в какой-то тупик, ты всегда ищешь как бы вдохновение, пытаешься подчеркнуть из прослушивания других групп. Причем иногда это может быть вообще что-то кардинально отличающееся от того, что ты делаешь сейчас, как бы, ну, то, из-за чего ты зашел в тупик. Я вот на самом деле, не выделил бы каких-то фирмовых там групп всеобщих и мировых. Они возникают, потом надоедают, меняют свое там направление, становятся неинтересны и так далее. Но это всегда есть, я всегда слушаю довольно много музыки, вот, но все равно я возвращаюсь к Бетховену. Нет, моя любимая, можно сказать, группа русская, это «Гражданская оборона». Вот, к Летову, к его творчеству, к его интервью, к его каким-то вот именно высказываниям, идеям. Мне это просто помогает жить. У него есть ответы на все вопросы. Не знаю, музыка это не музыка, но у него довольно плохая музыка, по качеству, может быть. Но там все есть. Вот я там черпаю просто силы для жизни. По качеству звука, может быть, да, но по идее это очень. Да. Это очень хорошая музыка. По идее это очень круто, и там, я говорю, там есть все. Yeah.
завершение выпуска традиционный наш вопрос. Главная проблема музыки в России, господа. Отсутствие веры в себя и в свой коллектив, в котором ты работаешь. Отсутствие каких-то идей, отсутствие чего-то высокого – это главная проблема. Отсутствие зачастую музыкального материала. То есть бренды. Вот мы крутые, здесь. Потому что у нас крутые мы бренды. Крутые, потому что мы купили себе крутые инструменты. Вот. Новость там, допустим, в сообществе, там, всем привет, а сегодня мы закупились там Marshall'ом 2000-м каким-то там что-то такое. Ждите на новом альбоме супер пробивного звука, который отшибет вам яйца. And if you see...